Есть в нашем составе еще один потрясающий продукт – Актив Крем. Его очень любят производители. Почему? Да. Актив Крем – это мыльная основа для изготовления кремового мыла. Не для крема для рук. Угу. Для этого есть Актив Балм, который переводится как крем. А Актив – мыльная основа для изготовления кремового мыла. Это мягкая база, которая не застывает, она не будет вот такой базой, твердой. Она всегда будет мягкой, как крем. Что можно сделать? Можно сделать мыло для бани. Можно сделать мягкое мыло для умывания. Можно сделать мыло для детей, очень интересное, приятное. Для того, чтобы сделать мыло для интимной гигиены, у нас есть отдельно продукт, который вообще не содержит щелочи. Здесь при производстве используется щелочь, небольшое количество. Но поэтому свободной щелочи нет. Свободной щелочи, конечно, здесь нет. Ни в одном из продуктов марки «Актив» нет свободной щелочи. Здесь, равно как и во всей остальной линейке, тоже свободной щелочи нет. Но при производстве она, конечно же, используется. Поэтому назвать ее в полной мере мылом без слез не получится, потому что при использовании щелочи в любом случае оно будет щипать глазки. Помните, раньше была реклама мыла, которое не щиплет глазки. Шампунь Johnson's Baby. Да. Им пользовался. На самом деле масло Johnson's Baby далеко, к слову сказать, не является маслом. Это просто жидкие парафины, и от масла там нет вообще ничего, кроме названия. Ну, это так, отступление. Это романтику всю разбиваешь. Да, 90-х. Выросли же на этих продуктах, понимаешь? Да. Ну так вот, для того, чтобы сделать мыло для интимной гигиены, у нас отдельно в ассортименте есть мыльная основа, которая называется «Актив Десерт». Это такое тягучее мыло, как бельди. Его иногда называют мыло бельди. Вот это мыло для интимной гигиены. При его производстве вообще не используются щелочи. Исключительно натуральный состав, без всевозможной синтетики, парабенов и так далее. Вот. Но мыло десерт не держит форму. А вот кремообразная основа форму держит, но твердым не становится. Для чего больше всего используют эту основу? Для того, чтобы сделать кремовые верхушки в капкейках мыльных. То есть вот эту основу можно покрасить, даже не расплавляя. Ее можно открыть, добавить туда несколько капель красителя, несколько капель отдушек, может быть какой-то скраб, небольшое количество масла. Хотя основа для крема, для кремового мыла, принимает гораздо большее количество масел, чем любая прозрачная мыльная основа. Насколько я знаю, до 50% да. своего веса. Да. И с ней можно сделать классное суфле для умывания. Угу. Точно. Сделаем, да, как-нибудь? Обязательно. Покажем. Берете вилочку, все перемешиваете прямо в банке, берете кондитерский мешок, ложкой накладываете в кондитерский мешок перемешанное взбитое кремовое мыло и выдавливаете на кремовые верхушки, на капкейк кремовые верхушки. Получаете мыльный капкейк и кремовая основа будет держать форму вот этой верхушки. Но если вы на нее нажмете пальцем, она продавится, и как обычный крем на торте. А основа десерт форму не держит. Даже если вы выдавите ее в виде пирамидки, она через 5 минут у вас растечется, и этот конус красивыми ляжет. Соплями. Да. И будет очень романтично. Ну, мы рассказали о самых основных мыльных основах. Их у нас более 50 видов. Мне кажется, что... На сегодняшний день это самый широкий ассортимент на российском рынке. Да. И мне кажется, если вам понравится такой формат, и если Алексей не будет меня перебивать, то мы снимем для вас другие подробные видео. Вы можете задавать вопросы, писать их нам всеми удобными для вас способами. Хотите, голубями отправьте. И мы будем на них отвечать. Мы будем рассказывать вам, чем отличаются основы друг от друга, что такое хороший продукт, что такое плохой продукт. И будем учиться с ними работать. Договорились? Да.